Израильские рынки не исключение. Мы будем узнавать о культуре Иудеи и Иерусалима. Здесь арабский рынок в старом городе. Таля прогуляется по шуку Матане Иуда. Ну что, Таля, путь? Самое известное колоритное место Ближнего Востока – рынок Махане Иуда в Иерусалиме. Это место стало очень популярным для экскурсий и туров, но мы с вами туда отправимся сами. История этого района Махане Иуда начинается в 1887 году. Три друзья его основали, и один из которых назвал этот район Иуда в честь своего погибшего брата. Пока Таня исследует еврейский рынок, я все еще в пути к арабскому рынку. По дороге ездят различные досы смешные на велосипедах. Какой-то монумент какой-то древней пушки и надпись на непонятном мне языке. Видимо, эта пушка стреляла по еврейским врагам когда-то в свое время, а сейчас из нее сделали вот такой вот памятник современного искусства. Позже я все-таки выяснил, что это за пушка. Это Давидка, реально стрелявшая по арабам во время войны за независимость 48 года. Слушай, на этом самом месте и заканчивается улица Яффа. Если пойти дальше прямо, то можно переться в Яффские ворота. Но нам с вами туда не нужно. Мы с вами пойдем, сейчас повернем налево к Дамасским воротам, через которые мы сможем попасть на арабский рынок. Я очень долго шел до этого рынка. Но по дороге я успел встретить много красивых зданий, церквей, стен, страшных людей. Но я не жалею, что мой рынок оказался намного дальше, чем рынок, на который отправилась Таля. Тем не менее, я немножечко подустал. Что же произошло с ними дальше? В то время, пока я все еще добирался до своих хиджабов, оператор притащил Тали в кафе с национальными блюдами и заставлял пробовать самые невкусные из них. Там, ну просто очень милая девушка, надеюсь, что на моем рынке будут получше, хотя даже если и будут, то вряд ли я смогу увидеть что-то, кроме их сияющих очей. Так вот, эта милашка рассказывала о том, что они готовят. Притащила глиняный горшок, в котором еда парится в печи, и позвала владельца этого чуда-ресторана.
который в свою очередь начал рассказывать, как его отец во время войны... Какой войны? Кто воевал? Где? С кем? В общем, во время какой-то войны все семейство вместе с этим прекрасным дядечкой, тогда еще мелким и сопливым, притащил в Израиль, где он и готовит свои сирийские блюда до сих пор, одним из которых он и угостил Тали. Это баклажан с тхиной. Ему подают питу. Ну, в принципе, ко всем блюдам в Израиле подают питу, фактически. И я буду пробовать. Пахнет очень вкусно. Сейчас. Наконец-то я попал на этот рынок. Рынок как рынок, только очень восточный. Я был очень голодный, попросил у продавца огурец. Он сказал, что даст мне только 5 огурцов. Но зачем мне столько? Я столько не съем. Пойду лучше сыра куплю. А что похоже на вкус? На смесь сыра с творогом. Может, купишь немного? Может, я чуть-чуть куплю, да. Можно? Сколько? Нормально? Ну, нормально? Я тебя спрашиваю. Это сыр, который очень похож на творог, смесь сыра с творогом, стоит всего лишь 10 шекелей. Не могу сказать, что это очень вкусно, но это очень своеобразное, и такое можно найти, мне кажется, только здесь. Очень классно. Идем, идем. Владельца этой лавки зовут Дахи. Он рассказал мне, что этой лавкой его семья владеет уже 5 поколений, и все занимались саблями. Он показал мне сабли, сделанные на какой-то специальной машине. Затем вынес железо ручной работы и притащил античные клинки с росписью на острие.
أشهد أن لا إله إلا الله. Дахи очень расстроился, когда я у него ничего не купил. Да блин, за цену одной такой шпаги можно купить подержанную Хонду. Да и вообще, качество клинков у него очень уж сомнительное. Знаете, в целом на рынках в Израиле, если не брать в расчет весь этот восточный колорит, шум и крики продавцов, рынки очень неприятные. Тут много народу, шумно, грязно и очень воняет. Без крайней необходимости лучше сюда не ходить. С вами были Роман и Таля. До встречи, друзья.